Жена пошла на онлайн-курсы по парикмахерскому искусству. Вот, в общем-то, что у нее получилось. Вот тут, значит, покороче, чтобы ушко дышало, да? Вот тут, значит, подлиннее, чтобы ушко было прикрыто. Вот так вот немножко наискось. То ли кастрюля съехала, по которой она стригла, то ли рука дернулась. Боюсь представить, что там сзади.